какими пигментами работал художник. Сравнивает, знакомится с огромным количеством произведений, чтобы найти, когда было написано, кто автор, какая история связана с появлением того или иного героя. Вот когда это происходит, это огромная радость. А скажите, пожалуйста, а какой отдел экспертного анализа, вот именно с точки зрения хронологии, самый сложный, там, 17-й, 18-й, 19-й или авангард? А я бы не стала выделять здесь эпоху, потому что любая хранит свои тайны, именно связанные со своим временем. Ну, например, художник 18 века пишет иначе, чем художник века 20-го. Они используют разные технологии, у них разное видение мира, у них, наконец, разный подход к тому, что он хочет изобразить. Каждый раз это новая загадка. Поняла. Еще такой вопрос. Вот совсем недавно были исследования на тему, сказали, неравный брак, рядом с неравным браком, чем черный квадрат, а второй, получается, второй в Петербурге. В Петербурге, да? А, хорошо, я вас поняла. Слушайте, ну, наверное, мы вас больше не будем как-то останавливать. Вот, спасибо вам большое, была очень интересная экскурсия. Вот, спасибо за выставку. Приходите.